Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за пуделем. Представители этой породы занимают второе место в рейтинге самых умных собак в мире. Эти животные обладают замечательным характером. Они дружелюбны и понимают своего хозяина с полуслова. Их внешний вид всегда привлекает внимание окружающих. Все это об очаровательных пуделях, собаках, которые способны стать идеальными питомцами для самых разных типов владельцев. Но что же касается ухода за представителями породы? Насколько он сложен? Давайте разбираться. Итак, представляем вам 5 особенностей содержания пуделя. Шерсть – гордость пуделя. Чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии, необходимо расчесывать собаку ежедневно специальной щеткой. Представители породы обожают воду, поэтому специалисты рекомендуют купать их еженедельно. Для поддержания хорошего внешнего вида также важно водить пуделя каждый месяц на груминг. Пудели очень активные собаки. Для поддержания хорошего самочувствия им необходимы регулярные физические нагрузки. Выгуливать представителей породы рекомендуется 3 раза в день по 40 минут. При этом в каждый выгул необходимо включать элементы дрессировки. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Особое внимание необходимо уделять зубам пуделя. Для этой породы характерно развитие заболеваний полости рта, например, гингивита и стоматита. Будучи владельцем пуделя, не забывайте регулярно чистить зубы своему питомцу. Также важно раз в полгода показывать собаку ветеринарному врачу. При уходе за пуделем также нужно уделять время глазам и ушам собаки. Представители породы склонны к глазным и ушным инфекциям. Специалисты рекомендуют осматривать глаза и уши пуделя на предмет загрязнений каждую неделю и при необходимости чистить их. Взрослых пуделей рекомендуется кормить 2 раза в день, утром и вечером. Всем владельцам представителей породы важно следить за тем, чтобы питание их собак было сбалансированным и разнообразным. Из натуральных продуктов пудели больше всего любят мясо, крупы и яйца. Пудели – умные, обаятельные и очень преданные собаки. При хорошем уходе и любви со стороны хозяина представители породы могут проживать до 15 лет. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!